так получается, что вот я на квартирнике хожу, люди приходят. А порой я делаю где-то раз в месяц, два месяца какие-то свои сольные концерты, и никого нету, вот из тех, кто есть на квартирниках. Я предупреждаю, 10 января, я, правда, еще не знаю где, я буду делать сольный квартирник, давайте назовем его так, чтобы уже не путаться. И есть через группу сегодняшнего квартирника, можно выйти на меня, на мою группу, там vk.com, Folksinger, еще вот это, с дробью с этой, я не забыл, как она называется, все время касая черта, по нынешнему, я уж по-старому дробью ее называю, я из того века. Вот. И там, значит, можно вступать, добавляться и смотреть информацию, то есть где-то в январе, в начале января будет примерно ясно, где это будет все происходить, милости просим, буду всех рад видеть. Вы уже ля-ля-ля подпевать уже научились, видите? Так что можно будет спеть вместе еще раз. Ну и напоследок песня, которую я обычно пою всегда под конец. Так, для вязчего поднятия настроения. Тут, кстати, медиатор материала у меня под ногами. Такой фиолетовый, красивый. Ты снова приснилась мне. И я снова поверил в любовь. Весна заиграла в сердце. Какой-то новый аккорд. И все, что я вижу в окне, как будто из детских снов, как будто рисунок кожи, на котором любовь. И снова в душе весна, и снова я молодой, снова лишился сна. Болен опять с тобой, снова в груди пожар, и снова по струнам бью. Дай моих гитар, забрызганный кровью. Ливни, весенние ливни, мы промокли до них. Нет счастливее нас. Ливни, весенние ливни, лейте здесь и сейчас. Сердце ночной порой беседу ведет со мной. Шепчу я ему, держись, простой не бывает жизнь. Но сердце не хочет ждать, и ему подавай сейчас. От нежности изливаться под взглядом любимых глаз. И снова бегу босиком, пытаюсь тебя догнать. Но ты ускользаешь опять. Совсем как во сне, я еле с тобой знаком. И мне очень важно знать, что ты это тот человек, который так нужен мне. Ливни, весенние ливни, мы промокли до нитки. Нет счастливее.